Сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Чернышевского поступило около 10 часов утра. Заявителей, говорят спасатели, было сразу несколько. Очевидцы утверждают, сначала услышали запах гари, а затем увидели огромные клубы дыма. Ну, я подъехала в 10:05, был слегка так дым был. Мне сказали, не ставьте машину, вызвали уже пожарную, горит крыша. Я отъехала, смотрю, просто дыма немножечко. Потом началось пламя где-то минут через 15. Пламя сильное. На место было отправлено 10 отделений пожарных, включая автоцистерны. Огонь охватил свыше 400 квадратных метров. Пострадавших вследствие возгорания нет. Из здания было эвакуировано 25 человек. И спасено еще трое. Помощь оказали пожилой женщине, а также двум детям, которые оказались в задымленных квартирах. Помимо чердачного помещения, говорят спасатели, огонь распространился еще и на несколько квартир пятого этажа. Пожар был локализован около полудня. Предварительно, утверждает помощник начальника управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, рассматривается три основных версии возгорания. Осматривается несколько причин. Человеческий фактор, это имеется в виду занос открытого источника огня. И второе, это технические. Для этого будут здесь уже работают наши специалисты пожарно-технической лаборатории для установления в объеме чердачного помещения электропроводки. И также будет просматриваться вопрос, связанный, как я уже сказал, с электропроводкой, о коротком замыкании идет, ну и эксплуатация бытовых электроприборов. Еще один пожар произошел сегодня ночью. Буквально в паре кварталов загорелся 4-этажный жилой дом на улице Культуры. Из здания было эвакуировано 6 человек. Пожар тушили в течение 2 часов. Пламя охватило несколько десятков квадратных метров. По словам спасателей, с начала недели в Харькове произошло уже 3 похожих пожара. Во всех случаях пылала крыша в зданиях, построенных еще в начале 20 века. В этих домах, по словам Игоря Лупандина, тушение огня имеет определенные трудности. В старых постройках перекрытия деревянные, при малейшем возгорании огонь распространяется достаточно быстро, хватает буквально нескольких минут. Один был ночью, пожар по улице Культуры, там 4-этажное здание горело. Был пожар в 4-этажном здании, тоже кровля горела. До этого был пожар по переулку Артема, также кровля горела. Ну, здесь работает оперативно-следственная группа правоохранительных органов. На данный момент выяснением причин происшествий занимаются и в правоохранительных органах. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».